Выпускникам в 2023 не придется сдавать ЦТ для поступления в университет. Вместо него будет два централизованных экзамена. Первый – русский или белорусский язык на выбор. Второй – профильный в зависимости от специальности. Результаты планируют вносить в аттестат. К слову, по его среднему баллу по-прежнему будут выдавать сертификаты. Белорусские паралимпийцы успешно выступили на играх в Сочи. Завоевали 64 награды. Бесспорным лидером команды стал пловец Игорь Боки. В его копилке 6 золотых и 1 серебряная медаль. Алексей Талай в своем классе установил новый мировой рекорд в плавании. В общем зачете наша сборная заняла 2-е место. В Могилевской области готовятся отметить дожинки. Фестиваль тружеников села пройдет в Славгороде уже в субботу. Общий вес хлебного каравая перевалил за 1 014 000 тонн. За таким рекордом стоит кропотливый труд комбайнеров и водителей, агрономов и селекционеров, ученых и руководителей хозяйств. Профсоюзы проводят акцию «Поздравим маму вместе». Любой желающий может подписать открытку и бесплатно отправить ее в любую точку страны. Заявки принимают во всех организациях. Между тем, 14 октября стартует неделя родительской любви, а 21 числа белорусы отметят новый праздник «День отца». В Бобруйске проводится мониторинг цен в торговых объектах. Речь идет как о продовольственных, так и не о продовольственных товарах. В случае установления фактов повышения стоимости, в том числе и на услуги, можно сообщить по телефону горячей линии 680043. Доступна также специальная анкета на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.